Катрин. Минута славы теперь у меня. У тебя? Да, благодарю. Супер. Так, Катрин, это женский коктейль мы делаем. Я сейчас сделаю чуть-чуть другой. Девочки, не добавлю сюда греческий йогурт. Греческий. Это орешковый, наверное, да? Вершковый. Все секреты ингредиентов. Ты уже второй раз, да? А я тебе скажу, вкусно, правильно же? Они офигенно вкусные вещи. Творожок, отлично. Это можно, я, например, классный, никогда не добавляла. Я вам скажу, это такой кайф. У меня даже муж говорит каждое утро, что слушай, в кухню пойдешь, ты сразу первым. А где, давай коктейль. Вот это, по-моему, такой я кайф. Никогда не добавляла творог. Так я теперь детям буду добавлять. Они же не хотят его, конечно. Ну, конечно. Они овсяные очень не хотят. Они просто красиво все могут. Да. А здесь можешь показать. И знаешь, что еще можно сделать? Пусть они сами себе сделают. Конечно. У меня Алия сама начинала туда добавить шпинат, авокадо, вещи, которые нам в жизни никак не просто так не кушают. Ну, где-то читала. И теперь вот добавляют, и все. Так что... Это мужское. Производство Германия. У нас одно из самых мощнейших фабрик спортивного питания и здорового питания. Катрина, вчера вот в десерте... А кто-то, помните, бананы положила? Нет бананов. Нет. А вчера в десерте там был творог, протеиновый комплекс, ягоды, что там еще там было? Там была овсяна. Атлантик Мультипауэр. И вода была? И вода была. Да, могу вам дать еще один рецепт. Коктейля овсяну на ночь. От компании Reflame. Возьмете стакан, наливаете в этот стакан. Опять, я люблю миндальное молоко, мне просто простое молоко нельзя. Это очень субъективно, и вам не обязательно. Вы можете простое молоко сделать. Или, например, кефир. Мешаете в стакане кефир с овсяной, оставите на ночь. Пленку закрываете, ставите. Утром туда вверху сухофрукты, свежие фрукты, просто супер. Вообще сварить овсяну, зачем портить красоту? Женщинам мы это не кладем. Нет, ни в коем случае. У нас не хватает потом этого. Мы должны отсюда пешком в Туки идти. Коктейль легкий, вкусный, быстрый. Так, что-то еще сделать?